Здравствуйте, говорит и показывает канал Волкодава 05. Хочу представить вашему вниманию звезду питомника, сука по кличке Мадонна. Огромная, широкая, длинная, весовой категории 87 килограммов. Вот такая красавица с породной красивой головой. Буквально чуть-чуть она должна похудеть. И думаю, скоро она потечет, и мы ее покроем. Кем будем крыть, пока остается в секрете? Будет очень серьезный кобель. Для такой красавицы нужен именно огромный, но с хорошими боевыми качествами кобель. Мадонна! 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 Пока еще не совсем ко мне привыкла, но уже 10 дней, как у меня она в моем питомнике. Вторая или третья у нас прогулка. Но думаю, что со временем полностью привыкнет и будет доверять. По кровям это элита. Многие слышали, но не видели. Знаменитый левашинский малыш тигрового окраса. Это получается дед по матери. И дед по отцу знаменитый Кинг. То есть сын Кинга кроет дочку малыша. И появляется Мадонна. И в возрасте 6 месяцев она уезжает с Чечни в Азербайджан. И в возрасте 5 лет она возвращается сюда, на территорию России. В данном случае она уже у меня в питомнике Волкодава 05. Как видите, Буликута тоже нас сопровождает. Макумба сопровождает. И где-то в кустах еще бегает Майла. Тут буквально за пару минут до моих съемок вон там под деревом лисы бегали. Оказывается, Джек Рассел терьер — это не домашняя собака, это настоящий охотник. И он уже, наверное, вспомнил, чем его предки занимались. И как угорелый начал бегать туда-сюда от одного запаха. Пока еще его нету. Главное, чтобы лисы его не стащили. Макумба! Макумбу тоже вы видели. Стал очень высоким. Буквально недавно взвешивал. На весах показал 61 килограммов. Ему уже 7 месяцев. А, кстати, вот он. Пошел 8 месяц. 27-го будет, по-моему, уже 8 месяцев. Макумба. А ты красавец. Очень боялся, что ноги уйдут. Рост достаточно высокий, но все обошлось. С ногами пока полный порядок. Я думаю, что дальше тоже будет так же. После длительных дождей кругом начало все зеленеть. Вот она, красавица. Кстати, кто видел левашинского малыша, вот обратите внимание на ее морду. Может, и что сможете разглядеть.
мощные задние ноги, широченная спина. Ну, тебе надо килограмм, наверное, на 6-7 похудеть, Мадонна. И тогда, думаю, что из тебя получится очень хорошая мама. Как вышли, недалеко лужа была. Пришла, села в лужу. Вот, испачкала правую сторону себе. Чувствуется уже осень. Листья начали желтеть. Посмотрите наверху, какой туман. Джалган в тумане. Все-таки, когда природа становится зеленой, аж душа радуется. В летнее время все так высохло. Все стало желтое-желтое. А осенью деревья желтеют, трава зеленеет. Очень красивый пейзаж получается. Они, кстати, сдружились между собой. Буля постоянно открытая на территории. Подходила к ней и тихо знакомилась. Кстати, 5 лет Мадонне. Ай, ты красавица, Мадонна. Боевая, красивая. Ах, ты умница. Умница, Мадонна. Умница. Пойдем, мой хороший, пойдем. Пойдем. Пришел, пришел. Сухой, подтянутый, длинный. Думаю, что будет кобель достаточно крупным. Абрикосовый сад. Абрикосов уже не осталось, конечно. Но деревья прям чувствуется, что ожили после дождя. Что, Буля, устала? Пойдем, пойдем. Тут недалеко уже до дома. Что у тебя глаз покраснел? А? Ой, ты мой хороший, ой, ты красавец. Хватит, хватит. Ему лишь бы поиграться, попрыгать. Мадонна, видно, что очень давно не гуляла. Долгое время стояла на цепи. Но я думаю, что сегодня, я уже не помню, вторая или третья прогулка. Сегодня мы пошли подольше. И подальше. Думаю, что после 10-й прогулки она будет себя чувствовать комфортно. И похудеет чуть-чуть. Опять остановилась в луже, хочет сесть. Не надо, не надо, пойдем. Не пачкай себя. Мадонна, не пачкай себя. Мадонна. Присела. Последний год, можно сказать, она сидела на цепи, 2 раза пропустила течку. Сейчас она в очень хорошем состоянии. Рожала 3 раза, и все щенки получились шикарными. Мадонна, ах ты красавица. Разве можно такой красавице сесть в лужу? Понимаю, жарко тебе.
Давай, вставай. Не май месяц на дворе.